Здорово, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно в D&D Знай. И у нас сегодня снова картриджи. Morbid Gear. Какая музыка здесь? О, боже мой. Спокойно, братишка. Берем и уходим. О, господи. Па-п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 а
Валим. Ну что, готов? Пра-па-па-ра-па-па-пам. Вот эта музыка четкая. Господи. Братка. Тихо. Есть. И как же это взять? Кажется, просто. Тихо. Пара-пара-па-па-пам. Мягенько. Да господи. О боже мой. Хватай. Красиво. Пара-па-пара-па-па. Пара-па-па-па-па-па. Скотина. Сейчас мы все сделаем. Хватай. Какая жопушка. Мягенько и нежненько. Не цепляйся. Красавчик. Это шутка, да? А как же я возьму это? Видимо, только вот так. Тихо. Ну куда ты жопой? Пра-па-пара-пам-пам-пам. Нежно. А как же здесь? Офигеть. О боже мой. Можно я просто возьму и пойду? Оно еще и двигается. Это жесть. Пыть. Па-па-па-пам. Начало хорошее. Пара-па-пара-па-па, пара-па-пара-па-па, пара-па-пара-па-па. Готов? Спокойно. Повыше. Ай-яй-яй. Капельку это. И жопой. Давай нежно. Красава. Уважаю тебя. Уже не уважаю. Прыньк. Точняк. Господи, как это? Пока что вот так. Подожди. Бам. Бам. И как-то бам. Наши бедные жизни. Вот так. Вверх. Это бери. И сюда. Тихо. Мягенько. И прямо вот так. Гадкая колючка. Это жестко. Раз, два. Раз, два. Ну поехали. О, боже мой. Раз, два. Раз, два. Офигенно. Дувась. Ай-яй-яй-яй-яй. Вверх. Вверх. Красава. И как же это? О боже. Это жопа. Давай нежно. В бачок. Пятачок. Это было четко. Только не пушка. Мы с тобой в полной жопе. Нажимай. Просто аккуратно едем. Давай. А как же здесь? Тихо, братка, оно еще едет. Ах ты, скотина. Пара-па-пара-па-пам, пра-па-па-пара-па-пам. В одном месте все жизни. Как же так? Соберись. О боже мой. Они близко. Нет. Вот же мразь. Еще одна. Еще. А как же здесь? Хорош. Одной жизни не хватило. Жизни 6. И, кстати, я опять зачем-то собрал все. Жара сказывается. Спокойно. Какое дурацкое место. Просто пытаемся выжить. 99. Есть! Величайшая победа. Супер-мега-картридж. 500 колец. 1000. Мать-перемать. Я не обещаю 1000. Ошалеть. Это все вместе. Пара-пара-пам, пара-пара-парам. Это классика. Пара-пара-пам, пара-пара-парам. Выш! Готово? Давай еще эти. Пара-пара-пам, пара-пара-парам. Пока неплохо. Пара-пара-парам. Да, ребята, это жестко будет. Уже 100 есть. Мы в полной жопе. Будьте любезны. Мразь! 100 уровней, жесть! Попытаемся собрать 500. Думаю, самое то. Начинаются тупники. Да хорош! Жадность. О, боже, вода! Сколько всего интересно жизней. Капельку этих. Пара-пам. Пра-па-пам. Жопа нам. Полная. Неспешимо.
Тихо. Понизу. Как же жарко, боже. Обожаю газ. Зачем я поднимаю все? Дурная привычка. Ать, жадность. Дыши. Ой, братка. Их три. Хотя бы так. Бэ-бэ-бэм. Бре-бэ-бэм. Ну, конечно, собрать 1000. Я не знаю как. Кнопка. По-другому все. О, это место. Было больно здесь. Бэ-бэ-бэ-бэм. Всюду жабы. Братка, не казенной жизни. О, батюшки. Пэ-бэ, 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 пре-пэ-пэ-рэ. Мразь, 4 жизни здесь. Ты издеваешься? Валим. Как же жарко. Проходите. Пре-пэ-пэ, пре-пэ-пэ. Тихо. Бэ-б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 э
пушка. Пара-пара-пара-пара. Полная пара. Ба-ба-ба-бам. Офигенно. Ба-ба-ба-бам. Нежненько. Да дважды! Как это возможно? Я валяюсь. Трижды. И главное, самые легкие места. Кыш. Жадность. Да, ребятушки. Па-па-па-па-па-па-па. Хороший пёся. Отвечаю, хороший. Да как так? Пёся, пёся. Господи, и ты здесь. Братка, хорош. Реально другая скорость. Мы живы. Боже, он сверху. Пацаны, привет. Гав-гав. Здесь я помню кубик. Мразь. Хороший пёся, хороший. О, господи, господи. Тихонько. Повыше. Молодец. Пара-барам. Парам-папам. Пара-па-пара-пара-пам. Па-па-пам-пам-пам. Есть. Офигеть. Уже все? 500 уже есть. Братка, только не тупи. Мягонько. О, боже мой. Нежно. Хорош. Ну куда ты с жопой, братишка? Красава. Нужна скорость. Невероятная скорость. Пыть, пыть, мягенько. И монетки. Ай-яй-яй, головушка. Пропустили, эх. И любимые пушки. Просто пытаемся выжить. Ой-о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 й. Есть. Можно вас? Реально скорость другая. Раз, раз. Хорош. Сливается все просто. Блин. Тихо, тихо, цепляйся. Это есть. Господи. Жопа. И это конец. Прыгай, прыгай, прыгай. Нужно еще и обратно. Хорош. Мы хотя бы здесь. Всего 6 жизней осталось. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-па-па-пам. Нет. Моя любимая. Будто пляшешь. Уть. Пара-па-па-пам. Это я помню. Мы все это обожаем. Нет, ну хорош. Да, ребятушки. Хороший картридж. Только живи. Я тебя умоляю. О, ну конечно. Именно в этом месте. Сколько же боли здесь. Готово. О, господи. Прыг. Прыг. Веселое здание. Есть. Последняя жизнь. Ой, жопа. Тихонько. Бери это, братишка. Прыг и прыг. Насколько же это жестко. Собираем это. Давай, тихонько. Гадкие пики. Вниз, вверх. Забирай. Перепрыг. Забирай. Забыли одну, братишка. Нет, да как же так? Ой-ой-ой. От души. Ну, это мы уже умеем. Давай нежно. Аккуратно, не спешим. Красава. 900 колец. Это было больно. В путь. Мать-перемать. Это еще что? Забирай. Нежно. Прыгай. Оно падает справа. В этом месте безопасно. Ай-яй-яй, головушка. Пара-па-пам. Братишка, соберись. Мы это можем. Отвечаю, можем. Нет, нет, нет. Нет, да как же так? Свиньи. О, божечки.
Это мой лучший забег за неделю. Давайте пытаться. Бери. Обратно. Безопасно справа. Ныкайся. Забирай. Ныкайся. Бери это тоже. О, господи, спокойно. Когда же прыгать? О, господи. Спокойно. Шар сюда и шар отсюда. Офигеть. Вау, 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 вау. Мягко, мягко, братка. О, боже мой, спокойно. Бери это. Как же все это взять еще? Подожди. Стой, 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 стой. Бедное мое сердце. Сейчас. Идеально. Просто упасть. Хорош. Братка, не тупи. Раз, два, раз. Ох, ё-моё. Можно сюда? Это не взять. Жесткие кольца здесь. Бам. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще 20 жизней. Но это жутко мало. Я это место совсем не знаю. Другие картриджи можно отдельно тренировать. Бам. 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 Есть. Хватай, уходи. Когда вниз падает. Типа того. Когда опускается. Давай. Красава. Спасибо. Какая же это жопа. Хорош. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это жестко. Давай, давай, давай. А как здесь? О, боже. Братка, соберись. Спокойно. Давай, есть. Мягенько. Рыбы-рыбы. Вроде простенько кажется. В чем подвох? За что? Гадкая рыба. Так проще. Шарики, шарики. Ай. Какая жесть. Хватай. Хватай. Там безопасно? Вроде бы да. Собираем все. Мне кажется, проще упасть. Па-па-па-пам. Падай. Хорош. Жопушка. Последние жизни. Пара-па-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пам. Спокойно. О, мать. Рыба-рыба. Хватай. Не тупи. Тихо. Стоим. Отдыхаем. Падай. Падай. Раз. Два. Шипы. Начинается. Хватай. 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 Это есть. Еще шипы. 5 жизней. Раз. Раз. Офигеть. Раз. 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 Два. Раз. Два. Раз. 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 Нет. Нужна полная концентрация. Раз. Раз. Есть. Какого хера? Неужели это все? Я не верю, господи. И кольца все. Ребятушки. Я не верю, господи. Я дрожу аж. Невероятно. После завоевания 10 равнин оцепенения и одолев скрюченного правителя этих земель, давайте назовем его ужасный череп слизня, Эш сидит на своем троне, глядя вперед на земли, которые теперь он называет домом. Он обожает практически все, достаточно живое, что попадает под его взор. Куда приведет его следующее путешествие? Возможно, в космос, 9 кругов ада, или, возможно, в глубину его собственного сознания? Кто ж знает? Возможно, он просто остепенится, прижавшись к чему-то с несколькими функционирующими органами, и будет сам создавать опухоли. Он, вероятно, даст им странные имена, типа «Лодыжка повесь бур» или «Совокупление». Ну знаешь, хорошие, сильные, уникальные имена, чтобы дети могли расти и понимать, что они другие. Возможно, дети в школе будут смеяться, но может Эш сможет научить малышей некоторым фразам, чтобы держать их под контролем. «Пошел нахер!» Или «Как ты смеешь базарить про мое имя, когда ты вообще не живой?» Или типа того. В любом случае, определенно хорошие времена будут. Я имею в виду, Эш – герой, и наше путешествие не может закончиться здесь. Мы только начали узнавать его. Помнишь, как мы все узнали, что он презирает грецкие орехи? Или то время, когда мы узнали, что Эш был просто раком? Все это время и все эти воспоминания, которые у него были, на самом деле были его хозяина. Какой поворот, верно? Я веду к тому, что Эш – герой, и это лишь маленькая глава в его жизни, или ее отсутствие. Я все еще не до конца уверен, считается ли он живым, но я отступаю от темы. Эш – герой, ты – победитель. К
Конец. Божественная логика. А это все еще осталось. Ну я прямо горжусь. Это было великолепно. Пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся.